И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в рубрику «Трансфобзоры». Да, мы сегодня рассмотрим троих Бамблби, и они все трое из журналов. Так сказать, журнальные Бамблби, иначе скажем так. И, наверное, вы уже понимаете, что мы будем сегодня делать. Да, мы будем их троих сравнивать. Конечно же, это просьба подписчика, и я решил такое сделать. Почему бы и нет, хорошая идея, да, и как бы... Можно их, правда, сравнить, есть, как говорится, о чем здесь поговорить. То есть у нас имеется три Бамблби, и откуда они здесь вообще? Здесь у нас Бамблби по мультику Robots in Disguise, это у нас Бамблби по фильму Бамблби. Очень странно, конечно, звучит так, но в общем, и, естественно, самый последний свежий Бамблби по мультику Cyberverse. То есть, да, три, так сказать, желтеньких товарища, да, вы скажете, это три Бамблби, три одинаковых героя, ну куда тебе столько? Но, если так уж говорить, они, правда, все трое отличаются, это уже первое отличие. Они все трое отличаются. В одном мультике он выглядит именно так, в другом он выглядит так, а в фильме он вообще вот так выглядит. Конечно, есть уже маленькое отличие в том, что у этого, к сожалению, нету никакого оружия. К сожалению, есть у этого, так сказать, Бамблби вот такая фиолетовая пушка. Естественно, это очень хорошо, такой, не знаю, как гранатомет, что-то наподобие этого. У этого Бамблби имеется вот такая золотая пушка. Это очень, так сказать, хорошо, редкость, как бы так скажем, золотая, очень интересно и выглядит. Да, у этого Бамблби нету, к сожалению, но здесь была такая интересная функция. Сюда можно было засовывать такие, так сказать, плоские диски и выпуливать вот таким образом. Конечно, эта функция не особо-то работала, я эти диски выкинул. Кино, потому что, правда, мне это не нужно. Если, так сказать, переходить дальше, то у них, естественно, у всех отличается голова. Как ни странно, голова, наверное, должна быть примерно одинаковая, но нет. У этого Бамблби она вот такая, конечно, здесь она сделана из мягкой резины, скажем так, да, и, конечно, голова у нас вот такая по форме, так скажем, ну, не знаю, немножечко удлиненная, немножечко тоньше вот здесь, да, она не круглая стала, а другая немножечко прямоугольная, так скажем, да, но голова такая, правда, ну, неплохая. У этого Бамблби и у этого примерно голова одинаковая, она как бы так скажем круглая, голубенькие глаза, автобот знак здесь имеется, здесь к сожалению не имеется, но зато у этих товарищей автобот знак имеется вот здесь на груди, очень-то и неплохо, да, но могли бы, конечно же, поместить еще где-то здесь, но в общем, ладно, это не так уж страшно. Дальше, у нас еще отличие есть какое, у этого Бамблби имеются наклейки, у этого и у этого, насколько я помню и понимаю, нету. Дальше, есть еще другое отличие, у этого Бамблби нам нужно было вставить вот эти, так скажем, двери, конечно. Конечно, у некоторых трансформеров из журналов эти запчасти различные держатся хорошо, у некоторых не очень, но у этого Бамблби держится, если не ошибаюсь, очень хорошо. Этому Бамблби нам нужно было также вставить вот эти двери, а этому Бамблби нам, как я, если не ошибаюсь, ничего не нужно было вставлять, то есть двери здесь приделаны, и это, естественно, очень хорошо. Дальше, если говорить про желтый цвет, он прям желтый-желтый, или он какой-то отличается, это, кстати, имеется оттенок, я могу вам сказать, наверное, они все втроем отличаются. То есть здесь у нас такой яркий желтый цвет, наверное, лимонный, да, возможно, здесь по видео не особо вам заметно, да, но если рассматривать здесь вживую, то да, это такой как бы как лимонный, здесь, наверное, уже такой как желтый, может слегка такой, не знаю, солнечный цвет, так скажем, да, а этот Бамблби очень яркий и, конечно, выделяется среди этих двоих Бамблби. Дальше, если говорить про, так сказать, туловище, про руки, то, что можно сказать, туловище, правда, отличается, то есть они трансформируются все втроем в разную машину, здесь у нас получается такая спортивная машинка, это Volkswagen Жук, и это также спортивная машинка, но немножечко другая. Вот, то есть, так сказать, грудная часть отличается. Руки у нас также отличаются, у него самые худющие, у него такие огромные здесь, где плечи, у этого Бамблби, они как бы, ну, такие тоненькие, так скажем, худенькие, то есть у нас получается передняя часть, ну, а где, так сказать, переходит часть кисти, да, немножечко здесь побольше. Но у этого Бамблби здесь руки такие интересные, как будто у человека, так скажем, руки. То есть здесь имеется у нас также такое отличие. Подвижность, если говорить, да, немножечко артикуляция имеется, то есть здесь у нас шевелятся вот эти части, да, можно вот так вот сделать, как будто накачался Бамблби, и немножечко ноги вот так могут подрыгать, и все. Если говорить про этого Бамблби, у нас, естественно, шевелится голова, крутится, да, руки можно пошевелить, и, конечно же, ноги также можно пошевелить. Конечно, возможно, некоторые темы очень хорошо болтаются, то есть плоховато держится, но все равно этот Бамблби устойчив. Этот Бамблби также подвижен, у него голова слегка крутится, руки крутятся, ноги также крутятся, естественно, это хорошо, подвижность имеется.
имеется, естественно, плюс. Даже в такой фигурке, это, кстати, от журналов, да, за 4 евро имеется какая-то артикуляция и какая-то хотя бы вообще детализация имеется. Естественно, это большущий плюс. Если переходить к ногам уже, то тут, да, отличие также имеется. То есть, как бы что, цвета у нас здесь везде примерно одинаковые, но как бы, да, здесь у нас в основном желтый цвет, здесь желто-серый, здесь уже желто-черный, тоже отличие имеется, но здесь еще фиолетовый цвет имеется, да. То есть, по цветам они также отличаются. То есть, как бы не просто они еще желтого цвета, да, а еще имеется черный, серый или фиолетовый. Ноги, если вот так вот давайте мы рассмотрим, значит, у всех, конечно же, отличаются. То есть, тут у нас никаких колес нету, но зато есть сзади вот такие интересные выемки, и это получается такие колеса, это интересный ход, интересно, правда, необычно выглядит. Но ноги, правда, у этого Бамблби, у этого очень, так сказать, примитивный, легкий, ничего сверхъестественного нету. Если говорить про вот этого Бамблби, они, правда, интересно сделаны, особенно вот здесь, получается, здесь у него находится колесо, да, если не ошибаюсь, интересно, правда, выглядит. Еще вот здесь детализация имеется, правда, очень интересные у этого Бамблби ноги. Вот сзади также имеется детализация. Если говорить про вот этого Бамблби, они также неплохие, простенькие, если честно. Также имеется здесь колесо и, как бы, да, смотрится неплохо, но очень, если честно, простенький. Если, например, рассмотреть боковую часть, то боковая часть у нас какая тут имеется. Конечно, да, у всех есть двери, имеются какие-то вот здесь детализации, то есть это, так скажем, как бы колеса, или здесь должны быть находиться колеса. Дальше у нас здесь имеется колесо, тут как бы имеется, тут оно немножко по-другому, так сказать, расположено, да. Если, например, рассмотреть заднюю часть, то что у нас здесь вообще имеется? Конечно, опять же, мы видим двери, и как бы, да, здесь у нас вот такие, так скажем, двери у этого Бамблби, здесь вот такие двери, очень-то неплохие, а здесь у него вообще вот так вот расположены и сделаны, да? Если говорить про ноги, то здесь сзади просто сделано в черный цвет, и все простенько, у этого Бамблби детализация имеется, у него тоже ноги простенькие, но есть один большущий интересный такой плюс, это вот такие выемки, как я уже ранее сказал, да? Ну, и с этой стороны, конечно же, правда, все одинаково, симметрично, да, как бы ничем особо не отличается. Дальше, какое у нас отличие имеется? Конечно же, размер, то есть высота. Конечно же, наверное, не должна так прям отличаться высота, но они, правда, отличаются. То есть, получается, если не ошибаюсь, этот Бамблби самый низкий, этот немножечко повыше, либо этот ниже, этот выше, мне, честно, немножко не видно, потому что я немножко выше здесь сижу, да, но этот конкретно виден, что Бамблби очень высокий, но... Есть маленький минус в том, что он не должен быть такой высокий, потому что если сравнить, например, Optimus Prime по мультсериалу Cyberverse, который у меня имеется из журналов, да, то Optimus Prime ниже этого Бамблби. Это неправильно, потому что должен быть Бамблби ниже Оптимуса, Оптимус должен быть выше. Но как-то здесь так получилось. Конечно, это странно, если честно, выглядит, но ладно, как есть, так есть. Конечно, немножечко я не понимаю, почему Бамблби такой высокий, либо потому что мы любим Бамблби, он должен быть огромный, высокий. Ладно, почему бы и нет. Конечно же, самый огромный, наверное, минус, кто-то скажет, они не трансформируются. Да, было бы, конечно, еще неплохо за 4 евро получить вот такую фигурку, так плюс она, чтобы еще трансформировалась или хотя бы еще что-то делала. Но, как бы, 4 евро, как бы, тут такая только может быть фигурка, да и тем более журнал можно получить еще за эту цену, и там есть интересные задания, комиксы, можно что-то почитать, плакаты имеются, то есть, правда, очень интересные-то и неплохие журналы, можно купить и, так сказать, пополнять коллекцию, да. То есть, вот такое, думаю, у меня сравнение получилось. Правда, 3 интересных Бамблби, да, это один и тот же герой, это просто Бамблби, это не Джаз или еще кто-то, это просто Бамблби, только они сделаны по-разному, и то есть получается у нас такая, так скажем, идет эволюция, то есть чем дальше Бамблби становится, так сказать, лучше, возможно, где-то и хуже, но... И, кстати, эволюция идет, улучшается где-то, ухудшается, но, правда, так сказать, можно, например, с одним героем сделать что-то, так сказать, другое, и получается вот у нас вот такой интересный результат. То есть, я, в принципе, доволен, что у меня имеются вот такие 3 товарища. Да, кто-то скажет, конечно, зачем тебе столько, продай кого-то, там, подари, выкини или еще что-то, но нет, я оставлю 3, я, так сказать, собираю трансформеров, коллекционирую, мне это нравится, и очень хорошо, что у меня эти 3 товарища имеются. Надеюсь, 4-го они, правда, не сделают, потому что, ну, перебор, если честно, будет. Вот, я думаю, все. Вот такое у меня видео вышло. Надеюсь, оно вам понравилось. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом Бамблби, об этом и об этом. Какой вам больше всего нравится, какой вам меньше всего нравится, либо, может, возможно, вам вообще никакой не нравится. Все они, возможно, не очень получились, да. Но я думаю, какой-то вам все равно приглядится. Конечно, если вы попросите, например, сравни из журналов какого-то еще героя, то я думаю, не получится, потому что Оптимусов у меня имеется 2, хотелось бы 3, если так уж говорить, да. И, например, вы помните, у меня есть Мегатрон и Галвачон, если не ошибаюсь, да, либо его зовут Мегатронус, тоже можно было сравнить, но хотелось бы, чтобы было 3, чтобы было, так сказать, помощнее обзор, да.
Вот, например, как с Бамблби. То есть, вот как-то так я наперед ответил на вопрос. Больше, так сказать, повторяющихся героев и журналов у меня пока что нету. Когда будет, я обязательно сделаю. Все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам видео понравилось. Не забудьте подписываться на канал Ingvar Plays, оставляйте комментируйте, рассказывайте друзьям. Чем больше, тем лучше. И, конечно же, увидимся в новых видео. И также в рубрике Трансобзоры. Потому что там есть, что вам еще показать. Да, и надеюсь, правда, это, кстати, сегодняшнее сравнение у меня вышло на ура. Все, всем спасибо и всем пока.